Иллюстраторы – это дети в душе, потому что им, как детям, свойственен анимализм, то есть вера в то, что все вокруг нас живое – деревья, камни, облака. У каждой травинки свой характер и душа. Каждый предмет – это герой своей истории. Привет, меня зовут Ксения, я иллюстратор и художник. Однажды летом я была в деревне и рисовала ботанику. Но просто реалистичные цветы и растения мне всегда было скучно рисовать, поэтому я решила их превратить в персонажей. И у меня в итоге получилась целая толпа персов. А сегодня показываю только одного из них. Цветочный человечек. Он изначально был нарисован ручкой в блокноте. И так мне понравился, что я сделала эстампы с ним при помощи губки, акрила и трафарета. А потом нарисовала стикер-пак с эмоциями. Стикер-пак у меня еще не закончен. Понемногу я добавляю туда новые эмоции и буду это показывать в своем блоге. Подписывайся!